Высокий четвертый класс пожарной небезопасности установлен в лесах большинства районов Гомельской области. Уведена полная заборона на их наведывание. С початку пожаронебезопасного периода у экосистемах региона зафиксовано 86 узгораний. От огню потерпело 36 гектаров лесу. По прогнозам синоптиков, на выходных обстановка обвострится. Местами класс пожарной небезопасности достигнет максимального показчика. Державная лесная охова узмацнила контроль за захованием правил пожарной безопасности у лесах и на торфяниках. Их порушение тягне попереджение або штраф до 25 базовых величин. Установлены по области у нас 85 систем видеонаблюдения на пожарных наблюдательных вышек. Также устанавливаются камеры фотофиксации, которые в наиболее опасных и посещаемых местах. Также ведется наземное патрулирование работников лесной охраны на предмет выявления. Ежедневно практически случаи пожаров, возгорания в лесах выявляются, и лесная охрана реагирует очень оперативно. До речи, у субботу и неделю у Гомельской области чекается теплое сухое надворье. Опадка у основным не прогнозуется. У нашей раницы в особных районах махчимый туман. У субботу у день максимальная температура по ветра достигнет плюс 26, у неделю 28 градусов тепла. Больше холодными становятся ночи. Местами после захода солнца термометр показывает усяго 6 градусов тепла.